Выбирая место для отдыха, стоит получить о нем максимальное количество информации. И сегодня мы откроем секреты одного из самых известных нижегородских санаториев, а заодно проведем неформальную экскурсию по этой здравнице. Приехав в Зеленый город, вы найдете этот санаторий без труда. И первым зданием, которое вы увидите, будет административный корпус. Именно здесь вы получите статус отдыхающего. И с этого момента начнется ваше безмятежное пребывание в санатории. Следующий пункт назначения – вот это большое здание. Здесь расположены уютные и комфортабельные жилые помещения. Кабинеты врачей, медсестер, лаборатории, УЗИ-кабинет и, конечно, столовая, где вы отведаете вкусные и, что особенно важно, полезные блюда. На территории санатория вы увидите здание с вывесками, которые обязательно порадуют человека, желающего поправить свое здоровье. В бювете вы попробуете минеральную воду, источник которой расположен прямо здесь, на территории санатория. В спелеокамере подышите целебным воздухом соляной пещеры, а в этом солидном здании получите целый спектр оздоравливающих и лечебных процедур. А вот это самый новый и мой самый любимый корпус в санатории. Сейчас поймете почему. Да, здесь расположена гордость этой здравницы и объект зависти других подобных учреждений – новый бассейн. При его возведении использовались самые современные технологии. Отдыхающие с удовольствием занимаются здесь плаванием и акваэробикой. А поднявшись на второй этаж, мы оказываемся в роскошном спа-центре, где можно по очень привлекательным ценам получить услуги специалистов косметологического кабинета и опробовать различные виды массажа – антицеллюлитный, вибровакуумный, тайский и стоун-терапию. В свободное от процедур время посетители санатория могут воспользоваться услугами проката и заняться активным отдыхом.